Господин президент, США и Белый дом говорят о том, что у них есть доказательства того, что Россия вмешалась в ситуацию на Украине, направляла туда свои вооруженные формирования и поставляла оружие. У них есть доказательства. Вы верите в это? Куда? Если у них есть доказательства, то пусть они их представят. Вы знаете, говорить это одно, а иметь доказательства это совершенно другое. Я вам еще раз говорю, никаких вооруженных сил российских, никаких. То есть американцы врут сейчас? Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет. Вы не хотите присоединить Украину и никогда не пытались дестабилизировать там ситуацию? Нет, мы этим никогда не занимались и не занимаемся. А как вы могли бы прокомментировать заявление российских властей, некоторых руководителей России о том, что на территории Украины, на территории Донбасса нет российских войск, нет российских, российской армии? Ну, теперь она есть. Да, просто не надо прерываться. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально.